Медитация, йога, шаманы, галлюциногенные грибы и традиционные центральноамериканские обряды очищения. Мексика привлекает определенную категорию посетителей, желающих обрести себя. Духовный туризм развивается в стране с 70-х годов. Спрос на эзотерические туры существенно вырос после пандемии. Одно из популярных направлений – город Тепостлан, в нескольких километрах от которого находится пирамида ацтеков. Цены на жилье здесь существенно выше, чем в среднем по стране, но многих иностранцев не пугает тариф 50-60 евро за ночь в отеле. Мне нравится здешняя атмосфера. Люди более расслабленные, я бы даже сказала, более одухотворенные. И они не так сильно беспокоятся о проблемах в мире. Они живут, празднуя сегодняшний день. Среди услуг, предлагаемых западным поклонникам движения New Age, визуализация кармы и выравнивание чакр, а также прохождение ритуала очищения в паровой бане Темаскаль. После пандемии к нам приехало много людей. Иностранцы обосновались надолго. А вот местные, променявшие Тимастлан на большие города, теперь понимают, что там не циркулирует энергия. А здесь воздух, вода, ветер, горы, пение птиц. Пора вернуться к природе, пора позаботиться о ней. Некоторые туристы также интересуются кактусом пиотль, содержащим психоактивный алкалоид мескалин и вызывающим наркозависимость. Власти Мексики предупреждают, что сбор растения и его употребление запрещены, за исключением случаев традиционного использования коренными народами.